Устоявшиеся в Хабаровском крае морозы способствуют промерзанию речного льда и позволяют открывать новые ледовые переправы. Еще одна на днях открылась в Комсомольском районе. Это автомобильный переезд через реку Амур на 114-м километре автодороги Селихино-Николаевск на Амуре в районе поселка Черный мыс. Всего в регионе на сегодняшний день оборудовано и функционирует 10 ледовых переправ в 8 муниципальных районах. Эта работа продолжается. Всего же планируется открыть 31 ледовую переправу.